Попросите на следующей остановить, пожалуйста. Какой? Остановки. Поймите, конечно. Ну, сейчас остановка только на точке будет, я уже спрашиваю. Ну вот. Деньги передавайте. Тормознем здесь. Тормознать? Да, давай, стоп. Сейчас будет решить не видеть. Кто там хотел прыгнуть? Ну все, снайпер пошел, лягушонок. Он единственный выживет. Да ты. Все, влетаем. Господа, уже влетаем. Все, уже сейчас по нам стреляют. Весело! Минус все. А Иванчик просил рестарт, давайте сделаем рестарт. Давайте рестарт. Как это? Птур прилетел? А, нет, вот. Нет, в поле летел. Как ты его не увидел, Паш? Он в поле лежал. Я на землю смотрю. А если б мина была, ты тоже на землю смотрел? Сколько народу дам? Я на дорогу смотрю. Сколько в грузовике было людей? Ну, человек 5. Много. Вест тут собрал джекпот, получается, да? 5, 6, 7. А я... И Джордан собрал. А вот Бэт не успел. Да, 7 или 8. С собой что ли взорвал? Где я умер? Ну так вышло. Вчера нажми, там горит машинка. Я думаю, уже нет смысла продолжать, это так все ясно. Да, это уже все ясно. Отделение одно просто взяло. Боба или снайпер вышел, Боба или... Ну что, целое отделение есть, он идет. Вот снайпер вышел, и он один единственный. Да, сказано же было, что он один выживет. Вот и все. Да. Предсказать. Потому что молчал. Снайперская щита сработала. Да, нельзя всем пока. Давай. Я сейчас тоже пойду. Поэтому перезапуска уже не будет никакого. Какой перезапуск? Вроде отказались уже в начале. Действительно. Ну, сейчас же проси. В честь чего? Не знаю. Взять на пол. Самая быстрая катка. Это бой последний, все, это после этого боя все, конец, игры не будет. Ну, может останется кто-нибудь там, включит что-нибудь. ДМчик, как всегда. Да. Да нет, почему там включает, какую-то такую мелочь. Только третья карта была, разве нет? Ну да. Ну да. Но недолгие. По времени я не успеваю уже. Мне же на час часы перевели. Паш, все равно интересно. Хорошо. На да, час пан. Часы перевели. То есть все, это сколько последняя у тебя катка, сейчас? Ну как сказать, официальная 23. Катка. 23? Да. О, у нас одно время теперь. Да, теперь одно. Все, короче, на это последняя катка, потом ты уходишь и все. Да. А что-то Google показывает, что там 22? Новосибирск переместили в часовом. В зону часовую. Google что-то не в курсе, он плюс 6 показывает. Google тормозит. Ну да. Ну понял. Да, то есть официальная катка это последняя. Да. Следующее. А потом там уже. Следующее воскресенье. Ну, официальный по списку, да. А можно, может еще быть неофициально, да? Да. Ну, пацаны ДМ-тик вырубают. Да нет, они там мелкие играют. Да ну ты че? Всякие заводы. Фермы все. По кому? По мне. РПГ. Дёрдан. Дёрдан здесь? Не знаю, Бешеный собой сидел там. Кто это сейчас? Сколько 7 было? 7 человек или 8 даже? Да убать, ты еще... дикий что ли с РПГ? Я бы еще и бета разобрал, если бы не снайпер убил. Снайпер вышел метров 30 назад. Да, повезло. Мы его выгрузили, поехали, и тут же нас сожгли. Ничего, сейчас бет разгорит, пурпур убежит. Пурпур. Если попадет. Вот как это, как бешено. Я подумал, калаш в этой ситуации будет бесполезен. Ха. Да. Ненормально с РПГ, я думал спы по мне. Тебя убили с РПГ? Да. Да. Прямым попаданием. Меня тоже. Я сейчас охренел от такого.
Не, Калаш это бы мог всех порешать. О, ты сейчас можешь. Бетер сожгут. Да. Кто? Пурпур. Справа, пурпур. Я не знаю, кто там. Пурпур. Мистер Пурпур. Мр Пурпур. Пурпур. Мимо куда-то побежал. Да, не, он не нормально. Он в жопу заходит. Сбоку. О, да, поехал. Вот тут. Сейчас начинается в кошки-мышки игра. Я тут думал, бетер выбили. Что он стоит? Что он сбьет? Отъехал. Точно свой пристрелил. В каком плане? Кто пошел нагибать? Он сейчас охренеет. Ой. Да, я тут? Да. Вовремя вышел, да? Аллаху Акбар. Да. Сейчас не мог выстрелить. Перезарядить. Минус все. Сава, сейчас еще захватит его. Да, он без колеса. А хотя он катается вроде без колеса одного. Да. Сколько у вас сгорело в этот первый фраг? Все. Кроме снайпера, он вышел метр 30 назад. Но у меня свои затыкашли. Паша, ты не уходи, сейчас же еще одну сыграем. Ты успеешь? Я все. Смотри, время. Игры же еще не кончились. 10 минут только. Еще 50 минут до конца. Эх ты, Паша, 4 игры. Быстрее, все, они вот сейчас сольются все. Не покидай нас. Паша, либо ты сейчас остаешься, либо будем играть в этот Hardline 1. 5 часов подряд. Это замечательно. Как просто ваши проблемы. А может в рамках бреда на следующий игр Сталкер поставить, а? Фу, нет. Да я уже хотел. Нет, Паш, нет. Как-то народ сопротивляется. Народ должен страдать. Сопротивление бесполезно. Так, раненых не будет, Данпро поднимать никто не хочет, понятно? Пурпур сел на стрелка. Пурпур. Ну все. Вот БТР захватил. А он, наверное, этот остал. Выбил. Басни. Опа, мини облутали. Ништяк. А Олби... Как ты заразный, что ли? Как Олби убили? Я посмотрел. Да, точно, это я. Мелкашный пулемет у БТР-60, если посмотреть вблизи, как будто кусок арматуры торчит. Ну так и есть. Ну так-то нет. Что-то он, по-моему, вообще как этот. Кто? Просто палка. Ну кусок арматуры. Чудо взорвало. Чего это, блин? Пиарочку забрал. Заправиться. Пацаны развлекаются. Тупые талибы. Я как знал, что это карыч, прям чувствовал жопой. Что-то взорвалось, это карыч. Заправку снести. Ну. Все, Паша, руби. А чё рубить? Там целое отделение ещё идёт. Заспавни над ними бомбу. Уже здесь что? Я как бы играю. Конечно, может, герои чё нафиг будет? Их нафиг порешаю. Конечно, хотя там осталось отделение то, которое, ну, отступает постоянно. И центральное командование приказ отступать. Нужно сдай. Пускай где этот независимый нападает. А слышь, а может пускай эти красные наши закрепятся в Нагара? А зависимые атаковать будут. Там Каркарыч не уймется. Господи. Потаку. А, выступает, да, их не сказал. А, выступает. Сейчас все зеленые стейгеры выйдут и красные победят.
Они этим и занимаются, походу. А я не понял, рядом с Дэном Про бот? Дэн Про. Ведет себя как бот? Нет, лечится. Зависшая анимация какая-то. Ну, морфин когда колет, такое бывает. Когда еще еще добавок, когда на парашюте приземляешься, ты вперед бежишь. Ну так. Просто странно, там нету подсветки игрока. То есть это как не занято. Что-то они как-то не интенсивно атакуют. Сейчас только что порешали половину отделения, не хотят идти просто. А, Вова, не знаю, мертвый на туе. Это обратно бежит. Махнул, обратно побежал. Махнуть вертир. Господи, видели, какие у него у кого? Мертвого. Он видел некоторые идеи. А какой у вас план был, который кто на Прай ехал? Въехать в город на почек. Мы же не думали, что вы будете на самом очередном месте сидеть. Не, я так и думал, пойду сразу туда. Как обычно, вы там поедете, и я... Как обычно. Да? Все как обычно, думаю. Я за это не ездил. О, колесо ставил. Чем интересно, снайпер-то... 30, до этой точки 30 метров. Он вышел-то. Надо было использовать первый план. Какой первый план был? Ну, а что? Высадиться подальше где-то, да? Первый план это высадиться там, где высадился снайпер. А ну второй да. План высадиться подальше чуть-чуть. Наступать собираются, нет? Сейчас они перегруппировываются, походу. Я не могу посмотреть этому типу в глаза. Как камера не опускается. В два отряда еще бежит. О, интересно стрелять. И это было... Как из пулемета стреляет. Государь. В кого он стреляет? Умно. Рядом БТР стоит, а он с калаша ебашит. А чё БТР-то там не пил? Живой, нормально? Да, живой. Нормально так. А он хотел колесо вон починить, БТР-то. Да-да-да. А чё, он не едет? Сейчас по нему из калаша стреляют по БТРу. Или из пулемёта. Тема была. БТР давить из пулемета это нормально? Меня убили в БТР. Это нормально. Ты... Да? Меня убило в БТР. Серьезно? Да, меня убило, я это понял. В смысле? Не знаю. Законно? О, все, бань. Петер со всеми туда смотрит. Картинку, которую я скинул в фар, она очень в тему сейчас. А кто там? О, два РПГшника смотрят. Махнов с пулемета бил. Все, красный. Да, ты. Ох, Акбар. Всего нету никого. Что, мимо был? Да. А кто в БТРе будет? Убили? Или нет? Да, кто там в борт зашел? Короче, ты видишь БТР-60, а у тебя как... Стреляй на почву. Кого-нибудь долбил. Говорю, бегаю в зону, только начинаю греть, не убивают. Сейчас они его выбьют, наверное. Укроп убьют. Да конечно, там коваж достанут.
него пробовал, да. Поменяет. Еще Сэмки сейчас пробьют и нормально. А, у него ДПХ есть, точно пробьют. У него нет РПГ, нет? Скажите, палкой проковыряют. В глаза, знаешь. Пальцем. Морковку попнул другого. Как японцы, знаешь. Там подлечит и стоит что-то в дырке. Задание «Очистить город» сменилось на задание «Защитить БТРК». Да. Все понятно. Мельчаем, мельчаем. Понял. Как он меня увидел тогда? У него пушка в другую сторону. Почему вы хватите, а то брать-то брать? В этот раз? Меня, да. О, нормально. Пёрку, не увидел, как я просто посадил просто. А он? БТР вышел, что ли? Нет, у него вон, бежит в пробку, смотрите. РПГ. Да, видно, видно. Я понимаю, Бутер спустился или он стоит там? А он стоит там, там только колесо за ним. Там два человека где-то пробежало. О, четверо осталось этих, красных уже. Бутер настреливает. Сейчас победа будет сейчас. Красных. Никого нету, что ли, Зань? Вон, укроп. А кто БТР? Окно, это наклон, а как ты БТР подстрелил? Вот это второй раз выбили. Ай, молодца. Луч. Хорош, только Пёрпул еще живой. Пёрпул. А кто ранен. Там был в этом БТР? Нет, Пёрпул был. Я мне там не интересен. О, Махно убили. Печально. Да, мне этот Беттер застрелил, шбанкер. Я полчаса наводил. Сейчас опять возьму. В итоге пилку купил. Да. Сейчас опять это... Колесо поставить. Колеса починить это... Бензина нету, в смысле. Да? Своей. Враги. Как души насовал. Да. А сколько за БТР убил? Двоих вроде. Вора. Ты знаешь, как я умер? Как? Ой, ребят, я сидел на командире БТР, меня убили из ПКМ, пробили. Да. Текстурки это увеличивает, что уменьшает? Нет. Короче, а знаешь, кто, типа, рэгдол, да, типа, короче, да? Я. Руки по бокам раскинули, и, короче, оружие у них внутри. И не ходят, а катаются по земле. Слушай, те двое вон как далеко, в принципе. Да, давайте рубить.